Всем привет снова, и как я и обещал, такой обзорчик быстрой игры Big Pharma. Значит, Big Pharma, как вы видите на заднем плане, да, то что я говорил, это управление фармацевтическим заводом, да, и производство и сбыт пилюль. Вот, со своей экономической составляющей, со своими ингредиентами, как вы видите. Ну, давайте что-то попробуем. Я в ней жарю. Еще не... Вот, и моды есть даже. Я с ней ничего особо не разобрался. И я вот, когда нажимаете New, проходите туториал. Вот, отмечены зелененьким. Скажем так, все, что вы прошли, я туториал прошел, но не совсем понял. Есть free build, есть custom game. Вот, есть разные уровни, видите. Full Unlock, то есть очень-очень насыщенная такая компания, я бы сказал. Вот. Соответственно, вот у нас map size 2x2, то есть каждое следующее это продолжение предыдущей, насколько я так понял. Вот, то есть вы играете на одной карте, начальный капитал у вас одинаковый, ну не знаю, посмотрим, но это я так понял. Значит, объектив, да, задача первой миссии, это получить общую суммарную, суммарный доход в 1 миллион. То есть, revenue это общий доход, не прибыль, за 10 лет. Вот, нажимаем, выбираем себя. Тут можно выбирать разных таких ребят. Тут вообще Обама тупо. Вот, ну, профессор самый адекватный, в принципе, картина, которая мне понравилась. Значит, вот наши... Objectives. Причем, что интересно, можно получать еще разные ранки, да, за прохождение, как в некоторых казуальных играх, когда вы проходите, допустим, там на большее время, да, то есть золотой уровень пройден и не золотой. То есть вот там миллион это стандартно, эксперт и мастер, там 3 и 10 лямов. Время побежало, здесь пауза, вот здесь вот ставится или ускорение. Вот это наш, скажем так, контрол, да, вот это... Наши фабрики, которые, возможно, имеем мы вот этот доступ. Мы можем расшириться вот сюда по 2000. Сейчас пока мы не будем. Зелененьким вот этими стрелочками показано. У нас есть гнезда подачи ресурсов, либо наоборот вывода готовой продукции вовне, вне завода. Значит, снизу у нас продакшн-то вот здесь. Ингредиенты у нас, точнее, эти... Разные машины, видите, что-то закрыто, надо исследовать. Мейкерс это вот в пилюли превращает. То есть у нее есть стоимость обработки одного цикла. Вот, пейнт можно рисовать тут на плитке. Ингредиенты, значит, ингредиенты. Доступные сейчас ингредиенты, видите. Что у меня, например, сложно для меня, то есть много названий специфических для фармацевтической индустрии, и все это на английском. Но основная концепция следующая. У вас есть какой-то компонент, да, у которого есть две, в принципе, или больше составляющих. На самом деле их может быть до четырех. Видите, вот четыре таких полосочки. Значит, и технологический, ну, назовем ее так, технологический уровень или концентрация, да. То есть ресурс стоит 32 и зайдет к вам сразу на уровне 9. Уровень он сплошной для всех. Если здесь будет 4 разных свойства, у всех будут свои полоски, но 9 уровень будет один для всех. Приоритетность полосок тоже влияет там, на смешение дальше, как я уже понял. Есть зелененькие, это позитивные эффекты и негативные эффекты. Значит, негативный эффект вступает в действие, видите, с концентрацией 10-18. Неизвестно, к какой концентрации проявляется его максимальная сила, да. И состояние сейчас неактивно. Вот. Стоимость компонента, то есть при хорошем эффекте, то есть в пилюлю будет 96. Вот, смотрите. Он даже сразу говорит upgrade to alleviate с insomnia, да, вместе с диссолвером, да, и нужно 4-6 концентрации. Соответственно, чтобы опустить его концентрацию до 4-6, мне надо как минимум 3 раза его разбавить. Тогда он опустится вот раз сюда, потом 2 и 3. Вот где-то здесь будет и повстанет этот эффект. Соответственно, ниже у меня есть ингредиенты, которые можно исследовать. В данном случае 4 в пустыне и 5 в лесу. Я должен нанять эксплорера.
и отправить его что-то добывать. Когда я навожу на этот ингредиент, он мне показывает, в каком аспекте этот ингредиент может применяться. Вот, видите, этот эффект еще имеет, этот ингредиент будет еще иметь эффект катализатора. Что-то там он делает. Вот, но для его исследования нужно аж 2 эксплорера, для этих нужен по одному. Давайте отправим кого-нибудь одного. Cures, да, то есть это вот все лекарства, которые есть. Вот, кстати, видите, Левиатес Инсомния, да, стоит 260, потому что если я просто сделаю антистамины какие-то, да, они будут стоить 96, но если я вот заапгрейджу то, что уже есть, релаксанты это будет, видите, под группой релаксантов, заапгрейджу вместе с вот этим диссолвером, да, то есть разбавителем, то есть разбавлю до концентрации 4,6, я получу новый вид лекарств, который будет продаваться по 260. Кликнув на него, я вижу стоимость его, я вижу потребление, насыщение рынка и прочее. Ну и тут, соответственно, много, видите, разных лекарств. Вот сейчас, например, с ионизатором, да, если я ионизирую вот этот вот, да, который стоит 104, если я с ионизатором добавлю его до концентрации 13-15, я получу вот этот вот female контрацептивы, у которых спрос на рынке 106, вот, и стоимость $281, то есть, ну, грубо говоря, продаваться будет хорошо. Research. Research — это лаборатория, которая мне показывает возможные ресерчи, которые у меня доступны, да. Соответственно, я нанимаю какого-нибудь тут инженера-сайентиста, да, и говорю, что я буду. Вот мне ионизатор нужен, через 3 месяца они его откроют. Ионизатор, он, по-моему, увеличивает концентрацию. А, нет, decreasing, вот, decreasing the concentration. Вот сейчас нажмем. Не, он ускакивает. Вот, видите, вот здесь написано. Increasing, точнее, decreasing the concentration by 3. То есть, если, например, я ставлю dissolver, да, он уменьшает на 1. То есть, чтобы на 3, мне надо 3 dissolver поставить. И стоимость его обработки единицы товара будет 10, то этот за сколько-то там денег будет понижать сразу на 3. Вот, тут есть разные компоненты, но мы пока ничего не знаем. Компании, соответственно, сравнение меня и компетитеров, да, то есть моих противников. Вот, ну, такое вот, 42 денег есть. Значит, давайте будем строить линию. Значит, вот сюда я выбираю и говорю, что вот этот вот компонент импорт, все, вот с этой дорожки будет поступать вот этот компонент, и мы уже знаем, что нам надо его задизолвить на 3. То есть я Q и E разворачиваю мои агрегаты, соответственно, зелененькая — это подача на вход, красная — это вывод готовой продукции. Соответственно, сейчас так раскручу его хитро. Неправильно, надо, ну, круче было бы правильно сюда поставить, и тогда, да, давайте сделаем вот здесь сюда импорт, вот с этой стороны, а здесь импорт уберем, стоп, вот, и сюда будем готовую продукцию выдавать. Соответственно, вот я подключаю сюда дорожку, здесь я вывожу дорожку и поставлю сюда 2 диссолвера, вот, один так, а второй, например, вот так. Ну, я не знаю, я сейчас пока думаю, я... Вот. Invalid position. И вот так, вот. А, нет, блин, вру. Фигня. Надо же еще его в пилюли превращать, это я забыл. Так, если я его подержу, правой кнопкой мыши отмена, а если я его подержу, я его могу двигать. Вот, 2 раза кликнув, я его могу сдвигать. Понятно, это сейчас уйдет. Вот, makers, вот, пилюли, значит, на выход вот это, а вот это вот, счастье, это будет выход, вот так, я надеюсь, что, да, отлично, во, супер. Вот теперь все правильно, теперь я снимаю с паузы, и мы начинаем цикл. Вот пошло первое, я на ионизатор нажимаю. Точнее, на дизолвер, и получаю, что 10. Видите, вот он был такой, опустился на 1, концентрация стала 8, уже включился эффект 96. Если я просто сейчас
первый бы и не, этот дизолвер подключил к пилюлям, получил бы пилюли, которые продавались бы за 96. Но я подключил второй ионизатор, в котором я понизил еще концентрацию. Да, вот они уже готовы идут. И сейчас вот мы посмотрим, что сработает с третьим ионизатором. Третий ионизатор сработал. Пока эффекта я не вижу. Вот, сейчас посмотрим, что будет с пилюлями. Может быть, там надо как-то их еще дополнительно. Вон они, пилюли, пошли. Должен я их назвать, но, видимо... Да, пока они будут по 96 продаваться. От 2 до 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Странно. А почему же тогда не включился эффект? Dragon Allergy Revive. Name нажимаю. И мои пилюли пошли на рынок. Все, первая продажа пошла. 116. Давайте же посмотрим тогда, почему... Что у меня не прошло, чтобы... Про requirements от 4 до 6. Почему? Active range. Странно как-то. Здесь range наоборот от 12 до 17. Это тоже что-то там. Diabeta Helper. Она там что-то зарелизила. Тут я смотрю, как у нее продается. Как у меня? У меня 117 current value, у нее так, shipped months я продал больше. Но вопрос, почему, если я пришел на ингредиент, оно мне сказало, что вот антистамин upgradable. И как вот я его должен заапгрейдить тогда? To alleviate insomnia. Странно. Вот что мне надо добавить туда? Мне надо повысить его концентрацию. Ну так, подождите, тогда... Почему с диссолвером тогда? Странная штука, на самом деле. Но тем не менее, моя цепочка работает. Единственное, смотрите... A competitor has released a new product. А вот этот оборачиватель таблеток, ему нужно два... цикла для того, чтобы обработать. Соответственно, все мои эвапорейторы и прочие ребята работают за цикл 1, да, а эти за цикл 2. То есть, грубо говоря, вся моя цепочка может обеспечить две вот этих вот пилюли производственных. Соответственно, я теряю сейчас в доходах ровно в два раза. Мне надо, по большому счету, поставить вторую и как-то вот эту отодвинуть. Давайте мы сейчас эту чуть сдвинем. Это сейчас отменим, это вот отменим. Попробуем поставить два принтера вот этих вот, вот свести вот так, здесь будет вот так и вот так, а здесь будет вот так. О, смотрите, что сейчас произойдет, когда вся моя цепочка запустится. А почему она не едет здесь? Алло, цепочка, что ты не едешь? А что случилось? Давайте вот так. О, поехала. То есть не знала, куда ехать на этом перекрестке. Вот, 124 стоимость, кстати, лекарства была. Ну, короче, вот эта цепочка, ее хватит на то, чтобы обеспечить спокойно две этих штуковины. Так, но я все равно пока не понимаю, почему. Да, это не активная, сюда они приходят уже... мега активные. Но если я повышу до 12 скольки-то там, у меня не будет позитивного эффекта и не будет это, а наоборот будет только негативный эффект. Такие пилюли у нас покупать не будут. Так, актив range 11-16 с ионизатором. Я не понимаю, здесь говорят, что еще больший уровень. А потом надо ионизатором еще опустить. А как же упустить, если 13-15? Или... Вот непонятно мне это совершенно пока. То есть можно, конечно, будет в свободной игре поэкспериментировать, но такое. Так, это выпустило еще что-то. Так, у нас ингредиент за ресерчен. Смотрите, Bitter Mabari Bark Smoke. Какие-то штуковины. Он действует, во-первых, стоит 130.
Вот опять же, видите, upgrade to cure hypertermodism. Ох, господи, язык сломаешь. Вот. То есть, если его с ионизатором пропустить и pre-requirements 10-12. А, может он изначально должен быть сначала 10-12, а потом я ставлю ионизатор и получаю тогда апгрейд. Здесь вот негативно, видите, с этого края, позитивный с этого. То есть, в принципе, уже хорошо. Research. Ионизатор мы закончили. Отлично. Давайте откроем что-нибудь новенькое. Evaporator, наоборот, повышает концентрацию. И, соответственно, агломератор тоже повышает концентрацию. Соответственно, нам нужно то, что будет заход повышать гораздо быстрее. И стоит он 35 заход. И в 3 раза, а там 10. Да, но он стоит дороже, конечно, чем диссолвер. Но тем не менее. Так, ингредиенты. Мы сейчас отправим вот этого ребятенка вот сюда вот. Пусть будет. Так, у нас есть 25 тысяч. Наша линия работает, но мне мало места. Я покупаю вот это. И у меня аж 2 новых части. Давайте начнем отсюда. Нет, не отсюда. Не отсюда мы начнем. Мы начнем... Да, отсюда сюда поступать. И здесь 2 будут этих тоже. Отлично. Мы возьмем новый компонент, который стоит 35. Их можно тоже апгрейдить, и тогда будет стоимость уменьшаться. Импортируем его. Еще раз. Вот, Dissolver. Pre-requirements. Где pre-requirements был? А, это я не то выбрал. Вот. Если он изначально будет, получается, концентрации 10-12, то я его ионизирую и получаю что-то. Ладно, я хочу сейчас просто опустить и начать продавать. Я беру ионизатор, опускаю его на 3. Давайте мы его поднимем и развернем вот так. Вот. Сюда построим belt. Выдадим сюда на выход. Обернем его в пилюлю. В пилюлю. Как 2. Сюда соединим. Вот так. И здесь на выход. Invalid position. Вот так. Все у меня valid position. Смотрите, мы его здесь опустили. В ионизаторе. И 30 диабет. Стоит 130. Мы сейчас вот эти 130 превратим в 260. Ну, 2 по 130. И пока будем продавать их. Ну вот пока так. Пока больше лучшего ничего не придумал. Потому что мой доход все равно меньше. Product name required. Да, 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 сейчас даем. Пускай так и будет. И пошел на продажу. А почему сюда нет? А, блин, я сюда не сделал. Вот. Второй стоит простаивать. Теперь будут оба работать. Видите, за раз они обрабатывают 2. Вот. Все сходится, все работает. Вот 2 пилюли сразу вышли. Одна продалась, потом вторая по конвейеру продастся. Даже 149 она стоит. Это, видимо, за счет того, что у нас на рынке... Да, меняется цена. Я только не совсем понимаю. А вот 30 диабет. А, слушайте, так я не то делал. Ха. Смотрите, вот 30 диабет я только выпустил. Так вот они должны быть заапгрейджены, да вот это вот QRHP. А это у нас был антистамины. И им про requirements 4.6. И они должны alleviate insomnia за 260. Активируется эта фигня, когда у меня 12.17. Странно. Все равно не... О, я в прибыль пошел, господа. 33 бакса. Прибыль. То есть, в принципе, я уже могу худо-бедно существовать на самоокупаемости. Пока у меня что-то на рынке и случится. Видите, место для линий производственных огромное, а вот этих входа-выходов не так много. То есть, грубо говоря, это специально сделано для того, чтобы можно было здесь развернуть достаточно серьезную длинную цепочку производства этих пилюль. А... Тут есть какие-то миксеры, видите? Анализатор, понятно, шейкер, там он сдвигает. Пакер, что он делает? Ага. Он упаковывает одинаковые пилюли в коробке, которые могут быть отправлены уже. Потом basic, да, basic и низа. Автоклав есть. Какой-то криогенетик.
конденсер, криогенный так. Агломератор мы сейчас разработаем. Ну, в общем, вот такими вот инструментами мы должны, скажем так, выполнять наши objectives. Тут две, тут будет три. Я вот это открою. Три — это интересней. Правда, пока идет. Ингредиенты у меня разрабатываются, но я все-таки хочу понять, как бы поработать. Этот есть вот с этим у меня. Видите, у него здесь негативный эффект гораздо длиннее, чем позитивный. То есть, когда я опущу до позитивного, то у меня и негативный тоже будет работать. Что-то с ним надо будет делать. Так, unlock, go to research. Есть. Так, теперь National Headquarters. Я не знаю, что он делает. Infrastructure Project. Но пускай будет new вот ingredient это. Discovered. После этого мы сможем исследовать в пустыне. Planning Permission что-то делает. Ага, она уменьшает стоимость покупки новых территорий. И машины снижаются на 8. Ага, стоп. То есть, открыв штаб-квартиру, я могу разрабатывать более дешевые производственные мощности, соответственно, дешевле они мне будут стоить. Ну и тому подобное. Так, хорошо, давайте попробуем. Я знаю. Давайте попробуем что-то все-таки заимпрувить, потому что я вот этот процесс не совсем понял. У меня теперь есть все нужные мне вещи. И я выпускаю... так. Вот я это уже выпускаю. Я так понимаю. Нет, не выпускаю. Вот, антистамины я выпускаю. И их надо от 4 до 6, да еще до задесолвить. И получится... Блин. Кто-то может мне объяснить, как можно из 4-6 концентраций еще разбавить и получить концентрацию 12-17? Я что-то пропустил в школьном курсе химии? Еще раз, что мы пакуем здесь? Как он называется? Антистамины. Вот, prerequired 4-6. Соответственно, вот отсюда, вот prerequired 4-6. Что я могу сделать? Смотрите, я могу сделать... такую штуку. Вот здесь тоже на prerequired 4.6 или нет? Нет. Вот только после одного. Значит, давайте я сделаю так. Я сделаю ответвление. Сейчас я посмотрю. Я поставлю дизолвер вот этот вот. Это будет выход, это будет вход. A competitor has released a new product. Вот сюда. И, ну да, на одну медленнее будет работать. То есть одну я буду получать сюда, одну туда. Что он там зарелизил? Еще какую-то пилюлину. Ингредиенты. Я разресерчил. О! Вот еще появился какой-то ингредиент. 4 штуки. Здесь мне надо 2 этих парня. Давайте мы отправим туда их. И ресерч я тоже сделал. Ну, соответственно, давайте вот... Ага, тут нужно двое, а тут тоже нужно двое. Вот как все хитро. Alternative Delivery. Это как раз вот пакер будет, наверное. А здесь Basic Auxiliary. Это что? Микс. Ага, то есть построю вот это, я смогу делать шейкер, мультимиксер, аналайзер. Построив Alternative Delivery, я смогу строить Creamer и Drug Packer. Построив Advanced new Processing, Autoclave и Cryogen Condenser. Ну, что там? New? Mediate, don't mediate. Some medical professionals are recommended natural. Change to insomnia. Result demands is for... Так, короче, что-то произошло на рынке. И потребление определенных, скажем так, таблеток уменьшился. Так, ну давайте вот это ресерчить. Ингредиенты что? Опять заресерчили? Новые? Нет, я же это был. Два эти ресерчат. Все. Я опять в минусе. Так, здесь. Вот здесь уже про requirements есть.
А теперь дальше нет, вот антистамины. То есть requirement 4.6 от этого 2.8 получает. А, я, наверное, понял. Вот это значение получается вместе с этим. Из вот этого можно получить через это вот это. А теперь для этого мне надо получить 12.17. А, теперь, значит, я это не совсем понимаю, зачем нам опускать концентрацию, а потом ее поднимать. Ну, давайте попробуем. Теперь надо взять и поднять англомератором вот этим вот. Где тут вход? Вот англомератор этот. Давайте попробуем. Повысим на 3. Потом... У меня есть деньги еще на англомератор этот. 2200, ничего себе. Вот он выход. Ну давайте вот так вот сделаем. Вот, посмотрим, что получится. Вот, сюда попал один. Девяточка пошла. Про requirements есть, тут упали. А тут что будет? 4.6. Не, нифига, да оно уходит. Видите? То есть от того, что я сюда добавляю, я теряю эффект. Я вообще вот этого не понимаю. В общем, ну, вот на этом я предлагаю закончить. Я сейчас проиграю, у меня вон уже все в минус пошло. Я потестирую, посмотрю, все-таки разберусь с этим делом. Вот. Но главное, что вы увидели концепцию того, о чем идет речь в этой игре. Я думаю, что это интересно. Можно брать loans, но не хочется пока брать в долг. Вот, всем пока, с вами был Game Dragon, это была игра Big Pharma. Играйте, стройте, развивайте бизнес. Всем пока-пока.